Сотни коробок с гуманитарной помощью для нашей подшефной 42-й мотострелковой дивизии при активной поддержке жителей собрали депутаты Ленинского городского округа. Это продуктовые наборы, медикаменты и промышленные товары. Мы идем по списку тому, который получили из дивизии, и мы следуем четко, выполняя те заявки, которые нам прислали. В списке необходимого также экипировка, специальная обувь, головные уборы, дождевики, спальники. Для подшефной дивизии закуплены радиостанции, тепловизоры, палатки, генераторы и другие необходимые устройства. На сегодняшний момент было собрано, сложно оценить, где-то порядка 3-4 тонн продуктов, амуниции и всего необходимого для Донбасса. В подготовке гуманитарного конвоя активное участие приняли также неравнодушные жители и предприниматели округа. Все наши арендаторы активно тоже настроены не стали. Тоже кто с чем необходимо можно помочь, они все действительно помогают. Там кто-то с генераторами, кто-то там ботинками и так далее, и так далее. Плотно загруженные гуманитарным грузом машины уже выдвинулись к месту назначения. Представители Всероссийской организации ветеранов боевого братства совсем скоро доставят необходимую помощь в точку проведения специальной военной операции. Собрали команды Ленинского городского округа. Это Спасский Алексей Петрович, Радченко Станислав Николаевич, корпус депутатов Ленинского городского округа. Неравнодушные предприниматели, которые вложили свои силы, свой труд для того, чтобы мы закупили то, что необходимо для нашей подшефной 42-й мотострелковой. Хотелось также сказать огромное спасибо всем жителям, которые приняли участие в этой акции. Своих не бросаем в специальной операции по защите Донбасса. Акция по сбору помощи продолжается. Активисты приступили к формированию следующей партии груза. В первую очередь туда войдут квадрокоптеры, медицинские наборы и зимняя экипировка. Наталья Буслаева, Юлия Погосьян, Ольга Садовская, Видное ТВ.